Всем привет! Это новогодняя ночь, и посмотрите на нашу комнату. Могли ли мы вообще предположить, что у нас будет елка и что мы будем праздновать Новый год? Но есть, конечно, и плохие новости. Алиса заболела, у нее температура 37,8, но при этом она весьма бодренькая, поэтому подарочки она все равно будет рассматривать. Как красиво! Я только приехала с больницы от бабушки и первый раз вижу эту елочку украшенную. Подарки под ней. Тут все приготовили без меня. Сидит амонгасик. Так, зажгла свет, чтобы было лучше видно. А на этом столе тут ждет целое пиршество. Я так подозреваю, что оно уже подостыло, конечно же. Но ничего страшного. Что мне тут приготовила доченька? Мама! А? Тебе бумажка, прочитай, что здесь написано. А ну-ка, только вверх ногами переверни. Опа. Да. Сейчас прочитаем, что мне доченька тут написала. Я тебе не написала гадость, это наоборот, тебе радость. Да. Приглашение за новогодний стол. Merry Christmas от Алисы маме. Это кто тебе помогал писать? Катя, спасибо, солнышко. Пойдем за новогодний стол. Что-то у Лисоньки красное на щеке. Я не знаю, что это пока что. И Катя не знает пока. Да, я на всякий случай ей накапала от аллергии. Но на аллергию не похоже. Пошли за новогодний стол. Уже Новый год у нас через 20 минуток. Маленькая милая кисонька. Давай Мирочку пригласим с нами праздновать, да? Давай. Мирочка, пойдешь с нами праздновать? Тем временем вот так вот выглядит карта Украины. И в Черкасах сейчас Надя и Настя садятся праздновать под тревогу воздушную. Ну, в Киеве еще пока тревога не началась. Ну, судя по карте, наверное, стоит ожидать. Сейчас я тебе покажу, как он дальше. Все, идем, Кать. О, тут уже папа начал на стол накрывать. Уже поставил нам тарелочки. Надо взять два мобильных телефона, чтобы Настю и бабушку посадить с нами за стол. Садись, доченька, где ты хочешь сидеть? На диванчике? Садись на диванчике, смотри, там мягенько. Нет. На табуретке будешь? Давай. Ты будешь сейчас, когда мы скажем «С Новым годом», ты будешь ходить потом приносить подарки, и мы будем смотреть, кому какой подарок. Да, смотри, пока. Я вижу их много-много. Здесь какие-то шарики разоцветные. Ну, потом посмотрим, что там кому. Хорошо? Не сейчас. Ну, я буду в костюме, потому что у меня сейчас больше ничего нет. Ну, я думаю, так нормально. Так, мы с Алисенькой только что сделали новогоднюю фотосессию. Да? Да. Так, Катюш, мне тебе помогать? Я смотрю, там так много всего. А? Зеленый? Это такая... Это рыба? Нет, это наггетсы. Зеленые наггетсы? Нет, ну я же спрашиваю. Может, ну да, это как-то странно. Или, блядь. Пап, а чей кто подарок? Надо понюхать. Мам, пахнут нормально. Сейчас вообще рыбой пахнут, если честно. Давайте скорее, а то сейчас Новый год начнется. А это что за шарики? Это сильные шарики, я попробовать хотела, но целого не вкусно. Да, не понравились? Да. Ну, она у нас нормальная, но я не думаю. Рыбу покупали в магазине? Да. Короче, видите, какой у нас стол получается. Из-за того, что я весь день в больнице с бабушкой была, Алиса заболела, Костя бегал, бабушке еду носил. Нам было... Из-за этого, из-за обстрела, мы 4 часа провели. Да, и еще мы провели в укрытии много времени. Ну, вы это знаете, вы это видели. Поэтому, ну, совершенно не было никакой возможности ничего готовить. И к бабушке нам нельзя было с Алисой, потому что она заболела. В общем, как-то так. Ну, ничего. Я заболела. Я ж про тебя и рассказываю, что ты заболела. Что ты там слушаешь? Ну, уже выступление президента? Да. Да, в этом году выступление президента очень грустное. Пожалуйста, я... Алис, тихонько сиди сейчас. Привет, пацаны. А
мой сон. Боитесь, любовь, вам Бог помогает. За вас правда, за вас сил и воля святая. И молодец. Криминальный сват. Очень грустный Новый год. Садись поближе к столику. Сейчас, малышка, сейчас мы все поставим. Сок будешь? Да. Да. Кость, у тебя руки чистые? Да. Отломи ей от пиццы булочку. У меня есть грязные руки. Грязные. Грязные иди бегом мой. Сейчас Новый год начнется. Семиру трогала, мой с мылом. Быстрее, Алис. Вы уже съели полпиццы? Да, много. Значит, я успела. Булочку от пиццы отломай, Кость. Слышишь, наш президент говорит? Это папа президент? Нет, вот там президент, посмотри. Видишь? Это президент нашей страны, Украины. Ирочка, заходи. Вот это? Кочет. Да. Обличчя Херсона посічене у лакових снарядів, але головне. Куда? Мирочка, ну не до такой же степени. Мы тебя пригласили за стол, конечно, но не так. Синьо-жовтими прапорами. А отже, я хочу, чтобы это бабку дали вкусняшку. Сейчас мы ей дадим вкусняшку. Пускай подождет немножко. Так, придется первой Мирочке подарочек из-под елочки достать. Мы ей очень-очень вкусный паштетик купили. Она хочет с нами кушать вместе. И теперь какой второй подарок? Нет. А второй, когда Новый год наступит. Просто мы же кушаем, и Мируся кушает. Как только президент договорит. А скоро договорились? Скоро. Дякуючи вам. Скажите-ка. И, звісно, Київ. Сейчас будем поздравлять. Ну, будем. Подожди, еще рано. Украина в мене, у сердцях людей, у топ-пошуку Google. Сколько до Нового года? Світ побачив Україну. На головних площах в Торонто, Нью-Йорку, Лондоні, Варшаві, Флоренції, Сіднеї, інших містах. 91-го. Привіт, бабушка. Чо тебе так видно? Только очки. Новим годом. С Новым годом. С Новым годом. Вот как раз Новый год сейчас. Ровно 12. Давай, Алиска, с Новым годом. С Новым годом. Ось чому кожу. С праздником. Новым годом, бабушка. Где у нас Настя на телефоне, а? Мы все. А Настя
Сейчас будем звонить с папиного телефона. Сейчас со второго телефона наберем. Ну, ты нам позвонила, а она нет. Она тебе звонила, ты трубку не берешь. Так мой телефон заряжается, Аль. Привет, бабушка. Какая семья папа? С Новым годом, скажи бабушке. С Новым годом, бабушка. Все, начался новый 2023 год. Самый грустный. Новый год. Что? Самый грустный Новый год. Ну, самый грустный праздник. А каким будет сам год, неизвестно. Надеюсь, он будет лучше, чем этот. Ну, всем мира, всем победам. Спасибо нашим военным. И всем победам. Спасибо, военные. И мне спасибо. И тебе спасибо. Пожалуйста, на здоровье. Сюда же поставил для бабушки. Алло, с Новым годом! С Новым годом! Ты у нас что-то перевернутое, подожди. С Новым годом, Настя! С Новым годом! С Новым годом! Ой, у нас все зависло. Мира, здоровья! Да. Алишка, иди поздравляй. Пусть все будет хорошо. Что мы не вместе все. С Новым годом! Жаль, что мы не вместе сегодня все. Скажите меня, Настя, или Настя мне. Сейчас. Бабушку видишь? Ну, очень. Она тебя поздравляет. Бабушка передает с Новым годом. Ты с Надей? Ты с Надей? Да, она сидит с Надей и Дашей. Да. С Новым годом, Надь, Даш, с Новым годом. С Новым годом. Боже, какая красивая. Все втроем красавицы просто. Бабушка в четвером. Да, Даша красавица. Так нас плохо видно очень? Нас очень плохо видно? А, вон качество связи. Ну ладно. Отключаем. А чего? Потому что плохое качество связи. Давай перезвоним а просто. Подарки. Это вообще плохое качество связи. Я вам буду толком поговорить, когда на меня пойдет. Бабушка тут. Бабушка тут. Хорошо. Только одни очки видно. Как это одни очки? Не знаю, ты почему-то приближена очень. Очки и нос, и все. О, так лучше. Ну, у Насти трубку не берет. Наверное, связь. Она, наверное, подарок хотела открыть, может. Ладно, мы до подарков дойдем, перезвоним Насте. Я тоже буду отключаться. Хорошо. Ба, как ты себя чувствуешь? Давление упало? Да. Хорошо. Живот не болит? Ба, я не заходила, потому что Алиса болеет, я боюсь тебя заразить. Я знаю, знаю. Хорошо. Тебя вычухивать скорее. Да я-то... Ты мне нужна. Я приду вам. Алисочка, вон бабушка говорит, выздоравливайте скорее. Вот, бабушка, смотри. Бабушка тоже пускай выздоравливает. Будь хоть пиццей. Скажи, пусть... Не болей, зайчик, не болей. С Новым годом, дай тебе вот лучше стакан чуть-чуть поберешься. Да, Новым годом. Еще йогуртом поберется. Ну давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Наверное, Настя звонит. Какой а нет, мой папа вам? Звонит. Алло? А, Лен, что ты? С Новым годом. С Новым годом, пап. Тебя все слышат, и Алиса слышит, с и Костя, годом, дедушка. И Катя. С Новым годом! Дедушка звонит. Привет, дедушка. Это ни одного выстрела. Как ты там? Эх, ничего, Алиса температура, а так нормально, за столом сидим. Ну, я заболела, дедушка. А вы додумались купить хлопушки. Сейчас плохо слышно. Поэтому не приходи ко мне в гости, я же болею. Алиса, а где там Алиса? На, держи, поговори с дедушкой. А бери. Говори дедушке погромче. Дедушка, привет, я сейчас заболела, я сижу за столом. Алиса, я тебя люблю. Я люблю, а пока я заболела. Не слышно, Настя. Нас видно? Пока, девочка, отключаемся. Можешь? Ты хочешь подарок открыть? Хочу подарок.
хочешь подарок открыть? Да. Мой. А, кстати, мой. Давайте нас сейчас все с вами поугадывают. Да. Настя куда-то ушла. Давай дедушку. Да, я понимаю.